Универсальная станция, на которой могут проходить диагностические осмотры как легковые автомобили всех типов и видов, так и автобусы, грузовые транспортные средства с прицепами, а также мотоциклы, мопеды и другая техника, в настоящее время уже в полную мощь работает в городе Каменец. Данный объект единственный такой на весь Каменецкий район. И 227-й в республике был открыт в рамках государственной стратегии развития системы гостехосмотра. В рамках этой стратегии разработана программа строительства диагностических станций. Этой программой предусмотрено строительство диагностических станций, стационарных диагностических станций во всех районных центрах Республики Беларусь. На сегодняшний день в Брестской области это последний районный центр, в котором построена стационарная станция. И в Брестской области это единственная область, которая на сегодняшний день завершила программу развития сети, и все районные центры покрыты стационарными диагностическими станциями. Здание, в котором сегодня расположена станция диагностики, не новое. Это реконструированные автомастерские автомобильного парка номер 9 города Каменец. Однако сделано все настолько добротно и, что называется, на перспективу, что, заходя в помещение, о том, что ему уже не один год, и не скажешь. Сегодня это современный и комфортабельный центр проверки транспортных средств. Нелегко нам давалось строительство станции, потому что хроническая нехватка денег. Начинал строить автобусный парк Бреста, который сам очень тяжело, все время с финансами было. К сожалению, у нас получилось, немножко затянули мы со строительством, но мы упорно стремились его закончить. И вот в том году закончили, в декабре 2014 года закончили все строительные работы, монтажные работы, протестировали оборудование, и в принципе станция была готова к работе. В этом году получили необходимую аккредитацию, все разрешительные документы. И вот сегодня торжественный день, когда мы ее откроем. Большое внимание при проектировании было уделено созданию хороших условий работы для персонала станции. Работа здесь будет вестись 5 дней в неделю по 8 часов. И от того, насколько удобными и автоматизированными будут рабочие места, а также площадки для осмотра, зависит мобильность и точность проводимых исследований. Данная станция оборудована современным оборудованием для необходимой работы. Для выполнения работы есть все необходимые оборудование, средства. По предварительным расчетам, в среднем в смену здесь будет обслуживаться около 30 транспортных средств. Для Каменецкого района это как раз то, что необходимо. По мнению директора автомобильного парка номер 9 Виктора Крахмалюка, мощности диагностической станции как раз хватит для удовлетворения спроса автомобилистов Каменеччины. Это, конечно, для нас очень знаменательное событие, так как для района это станция диагностическая первая, такой станции нету, это станция универсальная. Для обслуживания района этой станции будет достаточно. А потому жителям Каменецкого района, которые пока не отправили своих железных коней на профилактический осмотр, можно смело записывать новый адрес станции Индустриальная 8 и, выбрав удобное время для посещения, получить квиток о прохождении гостехосмотра.